заявляю о своей отставке по собственному желанию. Все, прошу Екатеринбургскую городскую думу принять меня. А вы все. Когда его подпишете? Я его сейчас подпишу. Евгений Ройзман намерен досрочно сложить с себя полномочия главы Екатеринбурга. Заявление об этом он сделал сегодня прямо во время заседания городской думы. Причина такого решения – закон об отмене прямых выборов мэра. Еще в апреле его подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. И вот документ рассмотрели народные избранники. В принципе, он нелегитимный. Мало того, теперь его должна легитимизировать городская дума, приняв поправки в устав города. Все, я сказал, что я подписывать не буду. Депутаты пытались вот так как-то внести. Я сказал, я даже на голосование ставить не буду. И они растерялись, потому что заседание Думы закончилось, оно было сорвано. Они растерялись. Я сказал, давайте я вам подскажу. То есть просто, чтобы вам облегчить задачу, я не хочу в этом участвовать, потому что это прямой обман жителей Екатеринбурга, это противоречит интересам города, поэтому я ухожу в отставку. Политик признается, снова будет участвовать в прямых выборах мэра, если екатеринбуржцы сумеют их добиться. Напомню, в начале апреля жители города уже делали такую попытку. Несколько тысяч человек вышли на площадь обороны с требованием не подписывать закон. Тогда их никто не услышал. Сейчас в Екатеринбурге намерены вынести этот вопрос на общественное голосование. Заявка на проведение референдума уже подана в избирательную комиссию Свердловской области. В заседании инициативной группы участвовало 39 человек, в конце концов, по списку. И все прошло вот в соответствии с законом. Будут под микроскопом это заявление рассматривать на предмет выявления несоответствия каких-либо. Или закону, или сверять паспортные данные, или еще что-либо. Гордума Екатеринбурга рассмотрит отставку Евгения Ройзмана 25 мая. Депутат Константин Киселев не исключает, народные избранники еще могут не поддержать решение главы. На людей реально давят, людей разными способами. Кому-то что-то посулили, кому-то что-то там сказали не делать так. Если бы депутаты голосовали абсолютно свободно и не были зависимы от администрации, я думаю, что 90% под 100% проголосовали бы за сохранение прямых выборов. Пока исполнять обязанности главы Екатеринбурга будет вице-спикер городской думы Виктор Тестов. Своему преемнику Евгений Ройзман пожелал поддержать его добрые традиции. Надеюсь, что еженедельный прием жителей города останется в традиции. Ну, разве что еще вон синичек у меня за окном покормить. Оксана Токарева, Юлия Томилина, Владислав Тренько, Павел Кулыгин, Интера ТВ.